Всем привет! Сегодня мы откроем две посылочки вот такие вот и посмотрим, что там у нас внутри. Всем приятного просмотра! Всем привет! Ну вот я распаковал их. Посмотрим, что там у нас внутри пришло. Посылочки две. Одна, вот вторая. Ну, здесь, как всегда, у меня FZ1. Это с города Владимира. Оттуда пришел вот такой вот блок питания FZ1. Вот. Ну что, шикарно, конечно, корпус так себе. Мусор мы здесь оставим. Вот тут еще мусор. И еще вторую посмотрим. Вот вторая посылочка. Открываем. И что там у нас внутри? То же самое. FZ1. Эти коробочки даже там вообще шикарно. Он тоненький, серенький. Прекрасно, только вилка, конечно, советская. Поэтому мы поменяем все это. Коробка, конечно, отличная. Вот такие вот у меня посылочки пришли. Ну, на этом, все. Продолжение ждите. Будет открытие, смотрение, как чего работает, не работает. Вот. Всем спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите сообщения. По возможности я отвечу. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока.